убейте, убейте. Пальцы. А? Пальцы ломайте, ну. Давайте психбригаду друг друга вызывать. Пальцы. Тогда шишек. Успокаивать буйного автомобилиста пришлось долго. Это почти конец истории. А началось все с, казалось бы, обычной аварии. Владу, водитель которой и есть этот неадекватный окровавленный мужчина, врезается шестерка. Недолго думая, владелец «Лады» достает из багажника топор. Он вышел топором, начал разбить мою машину. Вот все, что есть, он разбил. Дальше начал кидаться на всех машин. На всех машин начал кидаться. Всех бить подряд. Подряд. Всех, кто едет, подряд. Всех бьет. Топором бьет. Там взял какой-то там кусок металла и начал металлом бить. Всех подряд. И побежал туда. Милиция подъехала. Он штаны снимает, показывает милицию. Вот. Выскочил с топором, начал крушить машину вроде. Кидался на второго водителя с топором. Но остановился, помочь. Ну и мне досталось ни за что. Могло достаться и пассажирам автобуса. Очевидцы говорят, мужчина метался из стороны в сторону, резал себя, а потом бросил топор в проезжающий мимо автобус. Но, к счастью, не попал. После чего решил направить свою энергию на других участников движения. Сбил машину кулаками и даже, простите, мочился на автомобиле. Полицейские, по словам свидетелей всего этого безумства, пытались поймать опасного мужчину около получаса. Еле как усадили его в скорую помощь, но и там буйный автомобилист устроил погром. В итоге его все же доставили в отдел полиции. Дарья Тарасенко, Семен Кухтин, Стас Салтыков. Новости ТВК.